Всем привет, с вами 5. Всем привет, с вами 5. Степа. Мы будем новую игру начинать, которая называется Metal Gear Rising. И, ну, почему я хотел снять это видео? Потому что я вообще не знаю, что это за игра вот такая. Только знаю, по мемам знаю, где там этот большой мужик уходит и бьет этого главного героя. Да еще я захотел так поиграть в эту игру из-за того, что там боссы, и там и так у них есть рок. То есть своя тема есть. Я хотел послушать их не тему. Ну и не только, хотел посмотреть еще сюжет. Что почему вот этот вот типок такой злой, почему у него голова белая. Ну, то есть он белый. То есть у него волосы белые. Итак, давайте начнем. Игра автоматически сохраняется, прогресс, не уходить и всем. Хорошо. Кстати, еще забыл сказать, тут же это есть же. На русском будет все переведено, наверное. Но вот озвучки тут не будет, так что я просто буду читать. Вдруг ли я неправильно прочитаю и на комментариях вы напишите, что я неправильно прочитал. Короче, я просто буду так себе читать. Вот этот сюжет. А вы будете сами читать. Ну, как Генри Стикман Коллекшн, помните? Ладно, начинаем. Так, компания. Это кнопка же. Новая игра. Хотел на джойстике поиграть, но что-то не получилось. Оу. Я первый раз играю эту игру, так что давайте легко. Так, режим помощи для оказания. Автоматический выбор направления во время... А. Да, да, активировать, давай. Я это первый раз играю, я не понимаю. Давай. Обучение, давай, обучение. Можешь слепить этих персонажей только в стиле Angry Birds или Fred and Funkin или что-нибудь такое. Ну или самих там. Так. Ну что, давайте начнем коротко это. Ты можешь прыгать через препятствия, но бег ниндзя поможет тебе сделать легче или легче. Это что за ниндзя такой бег? Бег ниндзя, это как? Ага, я понял. А как бегать? А, еще же мышь. Ничего себе. Блин, жалко, что тут я не могу тут джойстиком управлять. Придется мышь как-то управлять. Колонка здесь. Блин, слушай, нажал на кнопку. Трудно будет. А, и эти кнопки, я думал, стрелочки. Ага. Вот так я иду. А так я бегу. Рай, блин, какой-то. На пробел, конечно, прыгать. Понятно. Ну, движение ниндзя, так движение ниндзя, давай. Ничего себе. Как в игре Horizon... Как в игре Horizon, там эта девка так умела делать. Восстановить. Ну, типа, бить надо, наверное. Нет? Может бежать? Ничего себе! А, типа бежит. Сейчас давай, прыгай. Ничего себе!
Блин, тут какое управление нужно тут сменить, управление. Да блин, это прыжок, блин. Например, А, это просто манекены. Хорошо. Хорошо. Ничего себе. Бам. Это что такое? Не понял. О, все, убил наконец-то. Хиты. Что за хиты такие? Я двойку нажал и... Мне что-то появилось. Ну-ка, еще раз. А, это все. Да блин, тут двойка так... Поставлена коряво вообще. Я не понимаю. Короче, могу просто пропустить это все. А, точно, надо же бежать. Или нет, я лучше их атакую. Ладно, все, погнали. Прикольно. А это что такое? Ну ладно, допустим. Давай. Теперь давай поговорим с боевой. Пытайся нейтрализовать врагов. Это как? Подожди, не бей. Используй слабые силы и атаки вместе, чтобы комбинация. А, просто уничтожь врага. А, так вот что за хиты такие. Ах, блин. А, что удерживать? Shift. Удерживаю. Ауч. Ты маленький. Я задерживаю. Нихуя. Я просто разрубаю его. Ладно, все, подох он, все, давай. Ладно, допустим. Так. Да.
Да тихо, угомонись. Все, победил. Окей, я понял, только вот тут клавиши не так не поставлены. Бой состоит через несколько ступеней. Теперь следует также обезопасить. Сначала произведи направление. Чего? Типа вот хожу я и двигаюсь на помощью. А, я иду к нему и бью его. Я понял. Типа парирую, я понял, прикольно. И еще руку разобил. Ну пока что прикольно. Так, это все? Все обещание? Это по-любому... Это не все. Зрение... Чего? Ну, короче, тут это вот. Иду и парирую. А, типа некоторые враги не могут и под... А, его задержал. Бам. Пс. А, все. Опять он кровь своей подмышкой вытирает. Или что это такое вообще? Но все равно я хотел еще узнать. Почему такой злой этот Райден? А, все, вот, пошло. Пошло. Так. Игра началась, короче. Мы что, в пустыне? Что, это если... Почему тут пальмы, короче? Тут пальмы. 3 years. Никуда. We've come so far in just 3 short years. За столь короткое время. Это все благодаря сильному лидеру. Нет. Благодаря воле сильных народов. Окей. Одному очень. Спасибо, сэр. Ваша команда показать себя на лучших историях. Просто выполнять работу, господин Перемен. Нужно признаться, я думаю, что группировка ваша обычно... Но вы хорошо подготовились в нашу армию. Установите... А, армия какая-то, что ли? Возможно, я ошибался насчет этих частых военных кампаний. Мы предпочитаем часто охранять агентов, сэр. Агентов сохраняют, короче. Большинство связано с... Блин! Ну... Война, что ли, у них какая-то? А с чем война? С кем война? Есть пословица, которая... Какая пословица? Хороший мир. Хочешь мира, готовься к ней. Порой угроза лишь потребна. Порой угроза лишь что-то. Это код. Что случилось? Кто-то остановил следующую машину. Подождите. Кто же? Освободи дорогу. Там кто-то стоит? Кто?
Йоу! А что они такие все разбатизированные? Посмотрите, у них там это... Вау! Это что за Madness Combo такой? По-новому. Только это по-старому, она же 13-го года появилась. Мы уезжаем отсюда нахер. Блин, самому там ноги что-то поцарапалось. Хуй. Чё улыбаешься? Откуда? Чё это было? Киборг. Чей? Какой-то киборг. Киборг, тупиц, убийца. Поняли? А, так вот, это миньон, типа, этого киборга, да? Чё у них там это... Мы все умрем? Успокойся. Сейчас в комар летя сюда. Ой. Еб. Так вот он где нашел вот этот щит. Он всегда с ним ходил. Вот офигенно! Да, покончим с этим. Ебать! Прям слов мне, как красиво. Все, игра началась. Разберитесь с этим. И опять лагает. Мне нет времени, давай уже сражаться. Ничего себе. Да умри ты уже. На. Ха. Неплохая попытка. Райден, тебе понадобится выбраться слабым сильным ударом. Кто-то говорит. Куда я иду? Блин, не те кнопки. Разбираться блоками сам... Что там про здоровье говорили, я не услышал. Ничего себе! Получай просто и все, на-на. А, ты что остановился? Бей! Опять не те кнопки нажимал. А, тут умер. Все, это последний. Все, по всех победил. Эй, че они раньше схватили? На! Лучше поиграли бы в Madness Combat Nexus... Madness... Ну, вторая часть, короче. Райден... Берегись. Что-то на радаре. А, радар, точно. А, опять враги, что ли? Я понял. За точкой надо следить. Я понял. А, блин, бежать же можно.
Не бать. Реально в молнии или как там? Мэд... Проклятие! Madness Project Nexus, вторую часть поиграли бы, чем это. Но все равно это тоже прикольно. Сдохни! Когда же он сдохнет уже? Получай. А, тут еще там стрелять будут. Все, наконец-то погиб. Да все, прекрати. Быстрее к нему, пока он меня не устрельнул. Да я не умею ворачиваться тут. Да куда ты идешь? А, блин, промахивался. А, нет, все. Райден за... Это за баррикады. О-о-о! Тихо! Ах, блин, промахнулся. А что они такие все живучие? Все, сдох. Ха. Да блин. Черепушку убили. Так, что там, какой-то злодей? Ах, блин! А! Умри! Точнее, сдохни! Ха. Удерживай! Все, слышал, что он умер. Давай беги. Всё. А мне обязательно с этим врагами сражаться или сразу надо идти туда, не знаю куда? Ну, вроде все. Я последний был. А, туда. Понятно. А, кто сейчас забыл, что тут мышкой тут можно еще управлять? Блять. Я забыл, что тут можно еще прыгать тут. И... Если ты не можешь... А как туда пойти? А, наверное, я понял. Наверное, сбить эти штуки, да? Нет? А, блин, там проход есть, я не видел. Это, наверное, да? Вот там проход, надо, наверное, разрубить его. Да? Итак, пробежал. Так, что тут творится? Хорошо. Агентики. Что с ними? Почему у них на лбу там это... Гвозди.
волна идет. Это что за гроза такая? О, пошло, музяка. Ты что творишь, мужик? То есть робот. Киборг-тупица. Это кто такой? Ты кто такой? Кем будешь? Что за? Чё? Он робот? Это все роботы, что ли? Это что за игра с роботами? Кроме этого человека, не робота. Куда? Чё тебе надо? Стой! Красавец. Значит, это Джек. Это Джек. Что тебе надо? Зачем ты ему? Чтобы он сдох. Чего лично хочешь? Африка стала... А, это Африка? Чё? На бизнес. Но ведь это никого не значит. Да, экономика. Им экономика. Это твой ответ? Не делай это! Не волнуйся, я не буду. Покончу, нам не нужно. Ну ладно. Пока что. Что? А ну верни мужика моего. А типа бот, что ли? Погнали. Что? Metal Gear здесь? Райден, тебе нужно что-то сделать. А, я вижу. Это Metal Gear, что ли? Рэй, то есть. Надо, короче, бежать и вот эти вот штуки бить, я понял. Получай! Хорошо ударил. Куда поскакал? А ну иди, а ну вернись. О, он ракету стреляет. Беги! Используй Бэнк Ниндзя. Я понял, Бэнк Ниндзя, понял. А, блин, бэк какой. Бэнк Ниндзя сказал. Надо было. Давай, последний удар. Ничего, последний. На. На, по пушкам.
что еще? А я же уничтожил ту ногу, что она еще до сих пор жива, эта нога? Ну, получай еще раз. Опять улетел. Это бить в голову, что ли? Да не, зачем? Я же могу просто побить по ногам. Все равно же наносится урон. Наверное. Хотя надо, наверное, и это бить. Нет, только не детей, не убивай. Ну, держи. Вообще, сейчас побежу, ну вообще. Вообще здесь не босс, вообще какой-то. Куда бежишь опять? Опять ракет стреляет. Что-то вообще головой не могу попасть к нему. Хопа! Не могу попасть к голове к нему нахер. Так куда ты покатился? В другую сторону, дебил. На! А что заново появилось? Еще чуть-чуть осталось. Вообще. Оно меня отпугает. Стекло. Большое. Да хватит убегать от меня. А, нюня. Ауч. Больно. Да блин, на, еще чуть, два, один, на, победил. Давай, Райден, добей его. Интересно, как? Странно, почему меня зовут Райден, а мне тут мужик сказал, что я Джек. Что за... Блин. Он мечом, что ли, размахивается? Тихо! Да блин, уберись! Ай, как уйти от этого огня, блин! Блин, не так много. Он только в эту сторону поворачивает, и ко мне прям.
Убей его. А, чё нажимать? Блин, чё-то нажал. На! Опа, Человек-паук! Чё ещё? Давай! Да-да, режь его! Кронудар, давай! Класс! Человек-паук прям отдыхает с этой игрой. Или наоборот. Наверное, наоборот. Прикольно. Очень хорошо. Но это не... Ну не ослабайся, короче. Результаты. Понял. Угу. Ранг D? Серьезно? Окей. Я понял. Куда дальше? Вот типа первый босс. Уже в конец серии. У меня один вопрос. Куда идти? Как убрать это? А, он сам. Нам вперед, в здание. Так, хорошо. Так, пауза тут. Так, ну это все, конец серии. Если вам понравилась эта игра... Уйди. Если вам понравилась эта игра, то поставьте лайки, подписывайтесь на колокольчик. Напишите в комментариях, продолжать мне эту игру или нет. Просто я сам не знаю, продолжать или нет. С вами был Сёпа. Всем пока.